Нижегородская область в этом году вошла в состав регионов-лидеров по объемам и качеству дорожных работ, проводимых в рамках национального проекта. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин наградил Нижегородскую область за успешное исполнение нацпроекта БКАТ. Диплом вручили министру транспорта и автомобильных дорог региона Павлу Саватееву в Москве в рамках транспортной недели 2020. В соответствии с указом президента Путина, национальный проект безопасной и качественной автомобильной дороги начал реализовываться в России в прошлом году.